Хейо, гайс, с вами Шумики, мы продолжаем пройти игру по названием After Dead. Короче, мы с вами открыли новую локацию, теперь давайте с вами отправимся в большой вот тут квадратик. Плевать, что там? Нам туда нужно. А, какая ты еще снова душа? Так, ну, а какие нам апгрейды больше ни на что не могут дать? Хотя, может, на косу еще могу дать какой-то. Поэтому фиг его знает. Фиг его знает. Да, здесь босс. Ну, поехали. А что по боссу? Цветки. А, то есть мне его еще искать нужно. Ясно. Ой, там какие-то другие уже серы пошли. Что я за делывание? Блин, нужно, короче, убегать сразу, когда он... А, у меня еще не фул косы. Мне еще дают не фул косы, оказывается. Мне весь этот диалоги, то есть, мы сдохли, да, вообще ни хера не сохраняется. После того, мы как сдохли. Ладно, 8 кос мне хватит. Поехали. Просто главное не попадаться под его удар рукой и все. Вот с чего? С чего ты мне попал? А, то есть он у меня так и так. Ладно, давайте в этот пойдем. Сука. Что, все-таки в этом был? Третий раз подряд? Давай еще четвертый раз. Ты что, тут остался жить? Не. Thank you.
Окей, какие-то когти, я не знаю, что это. Что это вообще может быть хотя бы. Вообще понятия не имею. Ой, минус коса. Ну там, скорее всего, улучшение просто какое-то для моих кос, либо еще типа того. Так, тут разрушенный этот алтарь. И что, я просто срез открыл? Херовый срез, что сказать? Что сказать, хреновый срез. Можно наверх пройтись. Можно... А что... Вот наверху я вижу, там есть еще какой-то проход. А, я там же был. Все, это ж этих. Место разрабов. Точно. Бля. Бесит. Сейчас пойдем по верху. Вот единственные враги, именно маленькие, которые меня бесят. Это вот рябакани. Это вот эти рябакани. И вот как и понять, в какую... сторону будет херячить. Тоже загадка века. Лабиринты. Как-то легко. Кос еще одним. 10-й косы. Десятый косы. Теперь мы пойдем вот сюда, вот. Чик-чик-чик. Как раз там сохранялка есть. То вообще ништяк. То вообще супер-пупер. Иди в сраку, все. Идите в сраку. Фу-фу-фу-фу. Я туда просто могу подняться. Ладно, побежали. А тут что у меня было? А, я понял. Ну потолкнишь ты меня, удот. Вы же меня выбесите. Так, если не ошибаюсь, это единственный... Вот тот был единственный босс. Подождите, о чем я вообще говорю сейчас? Я уже вообще куда-то пошел не туда, куда надо. Ну, по мысли именно. О, дуб сердца, неужели? Здравствуйте. Теперь у нас с вами 8 сердец. Теперь у нас 8 сердец.
Так, теперь мы идем сохраняться. Так, теперь, куда мы идем теперь? А вот теперь я даже не знаю. Мне бы телепорт. Но крайний телепорт находится так далеко. Жопа. Окей, но у меня, в принципе, нет выбора. Мы можем сюда пойти. Сюда вот, вот так, чик-чик-чик. И тут будет телепорт, с телепорта сюда потом. Потом наверх, я не знаю, в эту локацию. И поэтому сейчас как-то так пойдем. Длительным путем пойдем. Пойдем довольно длительным путем. Либо это можно быстренько все пробежать. Стать. Что у нас там было? Окей. Ага. Все. Здесь можно уже разгуляться. Ага. Здесь можно пойти сохраниться. Сходить сохраниться. После чего можно продолжить. А, что они какие-то долгие. Ладно. Ну а что там может быть? Блин, там сраная лава. Там много этой лавы. Там этой лавы много. Давайте пробегусь. Вообще не понимаю. Стоять. Что, идти по низу? О, да вы издеваетесь. Честно, давайте я лучше вернусь в начало. Не буду тратить время. И через вот это место мы отправимся домой. О, здрасте. О, смотрите, а там мы даже эти видели. Черви на черепах. Какие-то легкие. Изи. Изи даже не вспотел. Ой, такое количество врагов. Меня скоро доконает.
немножечко осталось. Ну или еще будут летающие такие хери большие. Ладненько, сохраняемся. Не хочу лазить. Погнали лучше. Погнали, пока время есть. Так, мы идем сюда. И отсюда мы пойдем наверх. Ой, успел. Так, а почему я сюда не пошел дальше? А я вот тоже этого не помню. Почему я дальше не пошел? И главное, что с той стороны тоже мне не пройти. Ха. Прикол. Непроходимая труба, что ли? Не верю. Тут все проходимо. Ладно, возвращаемся. А, я еще ниже куда-то могу, да, спуститься? Есть. Я еще там куда-то ниже могу спуститься. О, тихо. А, там я тоже был, да? Ё-моё. Куда я иду? Зачем я иду? Нахера я сюда пошел? Вот, единственное, что я не знаю, это куда дальше идти. Все. Ладно, давайте телепортнемся, где у нас был вот это место. Ах, сколько у нас боссов еще осталось? Еще 4 босса. Ладно. В ад мы не можем попасть. Давайте сюда, в книжное место. Хорошо, сохранились. Поехали. Еще вариант, я могу в зиму пойти. Тоже можно сказать. Хотя, давайте, наверное, через зиму поеду. Я же там не смогу залезть в этот. Точно. Смысл мне сюда идти, если могу в зиму сейчас пойти. Так, босса мы убили. Да? Когтики в этой серии. Так, отправляемся в зиму. Ну, правильно. Проход. Точно. У меня еще вот здесь вот есть, куда залезть.
Ладно, попробуем. Вот так вот. А тут я не залезу, хорошо. А, да, я помню этого тоже босса. Довольно неприятный, очень неприятный. Так, давайте. Просто пробежим. Почему? Потому что у нас там этот. Куда все равно эти не могут зайти. Все равно сюда эти зайти не могут. Так, вверх, вверх. Хорошо. Ну тут тоже по идее когти, если я... О-о-о. Апгрейд когтей. Когти стали намного мощнее. Так, хорошо. Продвигаемся дальше. Там у нас сохранка. Тут у нас сохранка. Так, ниже есть что-то. Что там? Вам посрать. Теперь просто бегаем, ищем проходы, куда мне нужно идти. А сейчас просто эту серию немного побегаем, потом дальше убьем босса, еще побегаем. Стандарт, да? Это уже будет стандартом, считайте. Так, дальше. Ой. Да, тут нету прохода, ладно. Здесь есть телепорт. Так, а вот этого я почему-то тогда не взял, да? Или сюда не дошел? Третий. Значок энергии. Это очень хорошо. А, у меня тогда скелета не было. Ну, теперь он у меня есть. Теперь-то он у меня есть. Так, сюды, сюды, сюды.
Готово. В больницу пойти. Ого. Ладно, давайте по низу. Я не знаю просто, как сейчас лучше поступить. Как лучше пойти. Ну так я вижу, быстрее идет. Так он быстрее идет. Хорошо, мы в центре. Ой, стоять, здесь же босс был. Ребята, что вы тут делаете? Тут же босс был. Странно, ладно. Готово. Не, вот это самый легкий, походу, из всех троих. Подождите, а их точно трое? Так, сначала у нас был этот. Потом этот. Так, я сохранится. И теперь пойдем вниз. Или можно закончить серию. Давайте, наверное, серию закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.